В начале выпуска я показала фашиста, который рассказал, как к нему приезжал Арестович. А закончу фашистом, который рассказывает, как он приезжал в Киев. В 12 году я поехал в Киев по приглашению Потапа, такой вот, который с Настей, вот этот певец. Смысл моей поездки был такой. Мы должны вдвоем были снять документальный фильм о прекрасном, красивом городе Киеве. Русском городе Киеве, кстати. Но мы стали свидетелями следующей сцены. Барышня, голая, в труселях, хохоча, бензопилой, пилила крест на горе, который стоял. Прям пилила, а рядом стоял... Видели это своими глазами? Да, да, да. Вы тогда были в Киеве, да, там, да, 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 да. Стоя рядом с безумным мракобесом и глядя на падающий крест, именно тогда у Потапа родились в голове песни «Пырышки-пупырышки» и «Чундра-чучундра». Теперь, Охлобыстина, мы будем называть только так.